Здравствуйте, меня зовут Севастьянова Ирина Михайловна. Я детский стоматолог профессорского медицинского центра «Эстетикс». Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовить ребенка к первому визиту у стоматолога. С ребенком должен разговаривать тот член семьи, который сам не боится стоматолога, потому что ребенок очень чуток, он может быть почувствовать опасность заранее. О том, что вы идете к детскому стоматологу, предупредите ребенка за 1-2 дня, чтобы он заранее не начал беспокоиться. Расскажите ему об этом визите не просто как о каком-то грандиозном событии, а просто как о обычном визите к старому другу, к старому знакомому, просто познакомиться с человеком. Не обещайте дорогого подарка ребенку за хорошее поведение. Он может подумать о том, что ему предстоит сделать что-то трудное. Запомните, первый раз ребенок никогда не боится стоматолога. В 50% случаев, дорогие мои родители, это зависит от вас. Как вы подготовите ребенка дома? Если вы дома скажете очень плохие слова, укол, пожалуйста, не надо так говорить, скажите, помоем зубик, помоем водичкой, заморозим зубик, прочитайте сказку «Снежная королева», да? Надо почистить зубик, чтобы выгнать микробов. Почистим щеточкой, вычистим, как пылесосиком. Мама дома пылесосит пол. Помоем ваточкой, как мама тряпочкой моет дома полы. Ребенок не будет бояться. Напомните, что вся семья, папа, мама, брат, сестра, кто-то из соседей, кто-то из садика или школы уже были на приеме у детского стоматолога, и ничего страшного не случилось. Если у вас стоят у самих пломбочки, пожалуйста, покажите их ребенку. Пускай он посмотрит, как они красиво стоят у вас во рту, и что ничего страшного от этого не происходит, а зуб выглядит красивым, чистым и беленьким. Если у ребенка уже болит зубик, вы объясните ребенку, что врач обязательно поможет. Он заморозит и вылечит зубик, и зубик будет таким же красивым, белым, и выгонит червячка, и никогда не будет болеть. Ребенка в клинику должен сопровождать тот родитель, который имеет больше авторитета. Возьмите с собой любимую книжку, любимую игрушку, и перед визитом к стоматологу, пока вы ожидаете, вы можете почитать эту книжку, поиграть в эту игрушку. Ребенок может сесть с этой игрушкой в свое кресло и показать игрушки, как лечат эти зубки. Тогда ребенку намного будет легче. Отнеситесь к первому визиту к детскому стоматологу с большой серьезностью. Ведь от первого визита зависят последующие ваши визиты не только к детскому стоматологу, но и к другим врачам. Если ребенок будет позитивно настроен и выйдет со счастливой улыбкой, вы можете пойти к любому другому доктору. Ничего страшного не произойдет. Мнение, что лечение молочных зубов – бесполезное занятие, ошибочное. То, в каком состоянии находятся молочные зубы – это ваше будущее постоянных зубов. Поэтому обязательно заботьтесь о молочных зубах, начиная буквально с 3 лет. В 6 лет у вас начинается смена молочного прикуса на постоянный. Поэтому мы просим приходить вас 2 раза в год к детскому стоматологу, хотя бы просто на осмотр. После визита к стоматологу обязательно похвалите ребенка, как он хорошо себя вел, как хорошо сидел. И придя домой, пускай все родственники, бабушка, дедушка, брат, сестра также его похвалят. Ведь это самый первый подвиг, пускай и маленький, но в его жизни. Помогите малышу сформировать спокойное отношение к визитам к стоматологу. Это закладывается на всю его дальнейшую жизнь. Мы вас ждем в профессорском медицинском центре «Эстетикс», улица Алтайская, дом 4.